Продвинутое современное социальное общество говорит «человек с ограниченными возможностями». Я говорю «поэт», «человек ничем не ограниченный». Андрей Шумилов. О том, что где-то и кому-то нужен. Холодный кофе, мокрое окно и мысли, словно кадры киноленты. Как жаль, что в нашей жизни, как в кино, не переснять отдельные моменты. Холодный день, промозглая пора, с тобой мы расстались так нежданно. Теперь мы вновь с заката до утра, и я один. И ты одна спонтанно. Пытаемся друг другу позвонить, но все без толку, номер не ответит. Увы и ах, судьбы не изменить, пусть кто-нибудь другой тебя приветит. И вновь холодный дождь, и мы одни, и так же, как и я, ты одинока. Но тусклым городом опять зажгли огни, за что судьба порой бывает так жестока. Холодный ветер, смятая постель, мы вечер в одиночестве встречаем. Ведь наша жизнь — шальная карусель, мы никого и ничего не замечаем. А завтра снова мокрое окно, холодная постель, остывший ужин. Но в памяти лишь мысли об одном, о том, что где-то и кому-то нужен. Ссылку на остальные стихи поэта ищите в описании. С любовью и уважением к слушателю читал актер Костя Суханов.